Еще один теракт произошел в столице Кувейта. Смертник взорвал бомбу в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Погибли 27 человек, более 220 пострадали. По информации арабских СМИ, ответственность за преступление взяла на себя международная экстремистская группировка ИГИЛ. Место трагедии одним из первых посетил эмир Кувейта. Правительство страны провело экстренное заседание.